Сегодня у нас занятие с кем будет проходить? Микки Маус. Точно. К нам пришел сегодня Микки Маус. Будет с нами проводить занятия, да? Правая. Это правая. А левая где? Вот. Левая. А давай мы с тобой на левой ручке два пальчика отогнем. На левой. Два пальчика. Так. А теперь давай мы посмотрим, где же цифра 2. Мы два пальчика отогнули. Точно. Так. Два. Так. Три. Так. Четыре. Ну и где же цифра 4? Может, Микки Маус нам подскажет? Вот. Правильно. Три. Так. Ну и давай к четырем пальчикам. Здорово, как получилось. Как у нас получилось. Четыре пальчика, четыре цифры, да? Два пальчика, циферка ля. Вместе с Микки Маусом найдет нам цифру 5. Вместе с Микки Маусом. Микки Маус, это цифра 5. Юля отогнет столько пальчиков, сколько на этой цифре. Это сколько? 5. Ну, давай. Раз, угу. Два, три, четыре, пять. Ну и давай клади теперь цифру 5 в ладошку. А смотри, а теперь наши пальчики спускай схватят цифру. Вот так схватили, 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 да? Микки Маусу нравится с нами заниматься? Да! Нравится, Алиса, да? Да! Нравится. Он еще маленький. Маленький. Хорошо, Юлька, а теперь на правой ручке давай мы с тобой для начала найдем цифру 3. Вместе с Микки Маусом ищи цифру 3. Цифра 3. Молодец, Юля. Сколько нам нужно здесь пальчиков найти? Давай попробуй. Так. Так, ну давай. И теперь мы в ладошку кладем. Схватили пальчики цифру 3. Микки Маус, тебе нравится с нами заниматься? Да! Здорово, да?